Затрыманне адбылося на кубрынскім аўтавакзале, быў затрыманы 31-гадовы жыхар Стулінскага раёна. Пры сябе ён меў некалькі расфасованых доз марыхуаны агульнай вагой звыш 700 граммаў. Как было установлено сотрудниками милиции, молодой человек подобрал себе участок, который в течение нескольких месяцев обрабатывал, посадил семена конопли, ну и, как говорится, все сделал необходимое для того, чтобы данное наркосодержащее растение выросло. После чего, для того, чтобы оно высохло, он разместил его на чердаке дома своего дедушки. Молодой человек объяснил правоохранителям, что данный наркотик он изготавливал для собственного потребления. В настоящее время следователями дана правовая оценка. В настоящее время молодой человек является фигурантом уголовного дела за незаконный сбыт наркотических средств, а также за их посев и выращивание. Зараз вядзецца следства. Хутчэй за ўсё, за сваю дзейнасць яны атрымаюць ужо не грошы, а даволі рэальны тэрмін пазбаўлення волі. Усяго ў Брэсцкай вобласці з пачатку года выяўлена 206 фактаў распаўсюджвання наркатычных сродкаў. 97 з іх з мэтай збыту і атрымання нелегальных даходаў.